Девочки миленькие, спасибо за эти видео. Так на душе здорово, просто счастье, что наши детки в семье. Благослови Бог вас, ваши семьи, ваших детей. Спасибо, мои родные. Спасибо вам. Это наш Харвик, который уехал 11 числа. Это он у нас на опытах, видишь? Семья, в которую он попал, у него теперь в друзьях два бульдога, одна дворняжечка. И у семьи, ты знаешь, огромный шикарный дом. И плюс у них есть плавучий дом. И они с собаками плавают в этом доме. То есть огромная дача, и они медленно-медленно плавают по реке. Представляешь? Снимки прислали, я... Это наши дети на опытах в Германии по любви, состраданию, милосердию, доброте. Я за такие опыты, ребята. Побольше бы этих опытов по всей стране разнести, и чтобы все стали такими добрыми, сострадательными, милосердными. А то у нас в России с этим большая нехватка. Мы с вами как Робинзоны в огромном океане зла. Спасибо вам всем, ребята. Спасибо вам всем, мои хорошие. Я вас, правда, очень люблю. А такие фотографии смотрю, и на душе, знаете, реветь хочется. И не поймешь, то ли от радости, то ли от обиды, что не все животные так могут. Не всем это пока дано. Но мы с вами сделаем все, чтобы как можно больше мы могли бы спасти и пристроить. Да, мы не можем спасти всех. Ребят, но мы хотя бы пытаемся, а это уже много значит. Ну что, ребят, вот такие у нас дела. Здесь мы строим еще, продлеваем крышу. Здесь уже все сделали. Да, мои хорошие, мамины. Мамины. Друзья, от пожарища уже ничего не осталось. Только боль в душе. Горечь. И жуткая опустошенность. А еще напоминание дома. Но это будет все заделываться и обрабатываться. На новом месте, в новых вольерах, на месте пепелища. Новая жизнь. Друзья, я прошу вас, жизнь не кончается. Жизнь не кончается, она продолжается, как бы страшно временами нам не было. Я прошу вас, мои хорошие, прошу вас. Нам осталось вывести еще 400 животных.
Нам не хватает материалов. Нам не хватает материалов. Я прошу вас, пожалуйста. Собакам добавили сейчас сено. У нас в будках очень тепло. Шасики у нас ухоженные, веселые. Да, водичка у всех свежая, налитая. Вот. И мамина девочка, красивый мой ребенок. Мамина, солнышко. Рыся вышла погулять, а вообще она живет с рабочими в домике. Место, рыся! Ну дай я тебя сниму, коза. Рыся! Все. Ты красотка. Ты маленький мой. Люди разные о нас говорят. Все решают, кто и где виноват. Но на бредни эти знаю ответ. Виноватых в жизни нашей нет. Если спросит меня голос небес, что на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая, вся моя лохматая семья.